Яся, здравствуйте. Зачастили вы к нам, капитан. Полгода от вас ни слуху, ни духу, а теперь заходите каждый день. Вы знаете, мне не до шуток. Я думаю, вам угрожает опасность. Здравствуйте. Здрасте. Это Константин, мой психотерапевт. А документы есть у психотерапевта? Есть. Усы, лапы и хвост. А вам зачем, почтальон Печкин? Очень смешно. Проверяю все новые лица в вашем Простоквашино. Яся, я думаю, на вас готовят покушение. У убийцы сезон охоты на Тищиных? Нас уже пора в Красную книгу заносить. Оставайтесь здесь. Вы сами бросились под колеса. Это незаконный обыск. Капитан Требушко. Это что? Я не обязан вам ничего объяснять. Я ни в чем не виноват. Вы набросились на меня без всех оснований. Ты вообще кто такой? Жертва полицейского произвола. Одинцов Анатолий Степанович, детективное агентство. Второе зрение? Значит, сыщик. Зачем следил за моим домом? Кто тебя нанял? Спасибо. Игорь Геннадьевич, оставьте допрос мне. Игорь Геннадьевич, давайте не будем мешать полиции. Анатолий Степанович, ну, в общем-то, те же вопросы. Я не могу раскрыть имя своего нанимателя. Политика конфиденциальности. Ясно. Похвально, похвально. Защищайте клиента, когда вам самому грозит срок. Да что? Вы, наверное, уже в курсе, что здесь недавно убили человека. Я к этому отношения не имею. Мои документы перед вами. Там написано «частный сыщик», а не «киллер». Ну, знаете, для киллера поделать такую карточку – это вообще расплюнуть. Да не мог я убить Тищина. У меня алиби есть. Я ездил на встречу с клиентом. С кем? А, понял. Тоже политика конфиденциальности. Кто ж тогда подтвердит ваше алиби? М? Значит так, или вы сейчас говорите здесь, или уже в изоляторе. Основания для задержания у меня вот достаточно. Нападение на полицейского, ну, это для начала. Ладно. Допустим, я знаю одного бизнесмена, который очень хочет копать грязи против владельцев фермы «Простор». О, дайте угадаю. Леонид Бегунов? Ну да. Платил наличкой? Мне все платят наличкой. Везите его в отделение, у меня к нему еще есть вопросы. Капитан, вам бы к врачу. Травма головы штука коварная. Да мало ли, зачем Бегунову наличка? Может, на любовницу? Может, на любовницу, а может, и на киллера не узнаем, пока не установим за ним слежку. На каких основаниях? У вас, Паш, только предположение. И зеленый активист Авдеев. Бегунов нанял его, чтобы испортить репутацию фермы. А это уже статья 128, пункт 1, клевета.
Но Бегунов этого не признал. Зато признал Авдеев. Слово хулигана против слова уважаемого бизнесмена. Тань, ты серьезно? Да, я серьезно, Борис Петрович. Если не прижмем сейчас Бегунова, в семье Тищиных может произойти еще одно убийство. Хорошо. Я думаю, смогу выделить ей пару оперов для охраны Тищиных. Спасибо. Алло, Паш, ты еще у Яси? Яся, а где капитан Требушко? В какую больницу? Паш, в больнице его только что подозреваемый сбил. Как? Продолжим наш сеанс? Давайте, только не здесь. Почему? Я не могу здесь находиться. Что-то случилось? Яся! Яся! Ой, Константин, я вас не заметила. Очень смешно. Почему вы сбежали? Не переношу запах горящих листьев. Это потому, что ваш отец жёг листья перед взрывом? Ну да. Значит, листья – это еще один триггер. Они напоминают вам о смерти отца, поэтому вы хотите от них сбежать. От вас ничего не скроется. Работа такая. Но теперь мне хотя бы понятно, с чего нужно начать. Экспозиционная терапия. Вы должны будете напрямую взаимодействовать с источником своих страхов. И что, мы будем нюхать пироги и листья? Ну, в том числе, да. Говоря простыми словами, чтобы преодолеть свою травму, вы должны будете посмотреть страху прямо в лицо. Боюсь, посмотреть не получится. Ясь, вы меня поняли. Здрасте. Я ищу капитана Требушко. Мне сказали, что он поступил к вам час назад. Вы опоздали. Он ушел от нас. Что? Женщина, успокойтесь. Все хорошо. Он на своих двоих ушел. Все с ним в порядке. Ты чего, дура, так людей пугать? Ой, извините меня, пожалуйста. Я не то имела в виду. Я поняла. Он не сказал, куда пошел? Вроде в свое отделение собирался. Ну, хорош уже рыдать. Нет. Ну, подумаешь, ну, парень бросил. Да ты ж найдешь себе новую. Ну, получше. Нет. Мой фотоаппарат – мой личный носитель информации. Вы не имеете права копировать мои файлы без постановления. Ай, Господь. Во-первых, фотоаппарат не ваш, он принадлежит вашей фирме. Я им позвонил, они не против. Как-то прокомментируете? А что-то комментировать-то сами все видите. Василий Тищин со своей соседкой лобызается. Они встречались? Нет, блин, он ее за сахар благодарит. Я в смысле, у них были отношения или просто интрижка? На прошлой неделе полгода отмечали. Тищин сказал жене, что на ферме задержится. А сам махнул в ресторан с любовницей. Капитан Требушко, можно вас на секундочку? Никуда не уходите. Ой. Что? Ух ты, я думал, что потерял его. Спасибо. Я звоню. Трубку берет Яся и говорит, капитан Требушко в больнице, его, мол, подозреваемый сбил. Ну, отчасти это правда. Прибегаю в больницу, а там зареванная дура говорит мне, его, мол, больше нет с нами.
Ну, прости, что заставил волноваться. У меня так голова гудела, что я даже забыл про телефон. Я тебе сказал, что ты его на столе забыл. Ты бы хоть карман проверял, Требушко. Хорошо, в следующий раз обязательно проверю. Ну все, могу идти работать? Когда поженимся, я тебе этот телефон на веревочку повешу. Вот сюда. В смысле, когда поженимся? Ну, мы ж поженимся. Так ты согласна? Да. Давай так, я ему сам позвоню. Еще раз. Смотри. Да. Я уже не знаю. Так вы женитесь? Давно пора. Молодец, Павло, мужик. Мы уже всех преступников поймали, да, ребят? Винь, ты всех преступников поймал? Нет. Тогда нужно ловить. Давай. Поздравляю. Спасибо. Иди работать, Требушко. Да. Сохраняя его блаженной жизни, я живу тебе человека любчем, помоище твоем. Чего тебе? Ты вообще зачем приперся? Ты даже не знал моего сына. Он наш трезвый водитель. Пожалуйста, давайте помянем Васю. Да никто его из вас не знал, что он был за человек. На что ему пришлось пойти, чем пожертвовать. Он не был сволочью, как я. Он был добрый, хороший мальчик. Даже эту дармоедку терпел. Игорь Геннадьевич. Пусть выговорится. Кем это нужно? Правда, что кротиха поселилась у нас в огороде и жрет весь урожай. На одних психологов сколько бабла потрачено. Васька. Вася ее любил. Заботился. Он вообще ко всем с открытым сердцем. Ко всем. Такой уж он был человек. Игорь Геннадьевич, пойдемте в машину. А по дороге мне расскажете, каким был Вася. Елена Евгеньевна, а почему вы не пошли на похороны Василия Тищина? Меня не пригласили. Да? Но вы же были так близки. И что? Ну как что? У вас был роман с жертвой. Ну и что? Какое отношение наш роман имеет к убийству? Если уж на то пошло, у Яси был гораздо более сильный мотив. Только выстрелить она не могла бы. Точнее, не могла бы, но, наверное, промахнулась бы, да? Зато вы не промахнулись бы, судя по вашим достижениям в биатлоне. А это в прошлом. Я ушла из спорта 2 года назад, потому что сломала ногу. Так наш снайпер особо и не бегал, стрелял из лежачего положения. Кстати, где вы были в момент убийства? У меня нет алиби, если вы об этом. Но зачем мне убивать Васю? Я его любила. Да, вы его любили. Отдали ему сколько? 1,5 года жизни, а он все не уходил от своей жены. Да потому что он жалел ее, как раненую зверушку. Он вообще всех жалел, а его никто. Кроме вас, конечно. А я давала ему то, что было нужно. Я только и делала, что работала, ухаживала за женой-инвалидом. А ему тоже хотелось любви и заботы. Нормальное человеческое желание. Понимаю. Василий был в ловушке обстоятельств. А Яся мешала ему жить и быть счастливым с вами. Получается, что так, да.
Спасибо, вопросов больше не имею. Мы должны взять с вас подписку о невыезде. Я никуда не собираюсь. Это что сейчас такое было? Вот про Василия, который попал в ловушку в обстоятельств. Я только что установил мотив Ирины Скворцовой. Ага. Убить Василия, чтобы избавиться от мирских страданий. Не Василия, Ясю. Поясни. В момент убийства Василий с Ясей находились в гостиной. Выстрел был сделан со 150 метров, а это задачка не из легких. Плюс ветер, вон, солнце в глаза. Угу. То есть Ирина хотела убить Ясю, но промахнулась и попала в Васю. Все-таки 2 года не стреляла. Ну, по твоей логике, стрелять в Ясю мог и Игорь, у него мотив есть. Его сын унаследовал бы акции Яси. Ну, проведем следственный эксперимент. Поставим себя на место снайпера. Давай. Позиции. Ага. Мы тоже готовы. Давай. Василий упал здесь. Яся, скажите, где вы находились в момент убийства? Мне нужно было взять документы. Они всегда лежат в этой тумбочке. Но я услышала голос Васи, он меня звал. Вы слышали его голос отсюда? Нет, чуть... Чуть подальше. Отсюда? Кажется, да. Паш, на точке. Бах! Выстрел! Василий и Яся слишком далеко друг от друга. Если бы снайпер хотел снять Ясю, он бы целился через другое окно. То есть промахнуться он не мог? Нужно сильно постараться, чтоб так промахнуться. Ясно. Ну, давай к нам. Стоп. Спасибо. Ну, свободно. Значит, в меня стрелял не Ира? И не Игорь Тищин. Ну, это я вам могла сказать и без эксперимента. Игорь Геннадьевич, конечно, не ангел, но и не убийца. Скажите честно, может, у меня лицо изуродовано после взрыва, а то я себя ни разу с того дня не видела. Может, я страшная, как смерть, а остальные просто не говорят из жалости? Ясь, я уверена, причина не в вас. Конечно, во мне. С инвалидом жить не сахар. Я даже не держу зла на Васю. Он ухаживал за мной. Любил, ну, или делал вид, что любил. Он был мне надежной опорой, и к нему у меня претензий нет. Но вот эту гадюку Иру я по первое число отделаю, если зрение себе верну. Я ведь ее подругой считала, всем с ней делилась. Даже тем, чем не следовало. Опа. Эти, что ли, хулиганят? Шрифт Брайля. Ясь, я думаю, это вам. Камень голыми руками не трогать. Есть. Мимо тебя никто не пробегал? Нет. А что случилось? Кто-то бросил камень в окно. Видишь следы? Угу. Ну да, попасть мог только оттуда.
пошли в дом. Пошли. Здесь сказано, не верим, они врут. Кому не верить, нам? Да что случилось-то? Мне письмо пришло. Вот только курьер стеснительный оказался, сразу же сбежал. Так, направлю наши на анализ, может, отпечатки найдут. Ясь, у вас есть идея, от кого могла прийти эта записка? Вообще ни одной. Все, с кем я общаюсь, дома. Ладно, если что-нибудь вспомните, сообщите. Верим, они врут. Не думаю, что это о полиции. Тогда о ком? Об Игоре? Почему им? Не знаю, может, о ком-то, кого мы еще не знаем. Останови машину. Зачем? Ну, ЗАГС чуть не проехали. ЗАГС? Тут Юля Пуговкина замуж выходила. Помнишь, девочка из морга, светленькая такая? Хочешь здесь расписаться? Ну, посмотрим. Подадим заявление, если получится, сразу распишемся. Подожди, подожди, я не хочу жениться вот так вот, между делом. Но я откладывал на большую церемонию, смокинг, платье, рестораны, все как полагается. Паш, ну ты же знаешь, что я не люблю эти публичные мероприятия. Свадьба – это... что-то личное, только для нас с тобой. Понимаешь? Предлагаю компромисс. Мы устроим церемонию, но только семья и друзья. Только семья. Но ты будешь в платье. По рукам. Да-да. Здравствуйте, мы хотим пожениться. Здравствуйте. Чем раньше, тем лучше. Да, не волнуйтесь вы так. Никуда он от вас не убежит, раз уж сюда дошел. Да я-то нет. А вот она может. Паспорта с собой? Конечно. Запишите нас на ближайшее свободное время. Ты-то говоришь, как будто мы к стоматологу записываемся. Так, следующее свободное окно только через месяц. Пораньше нет? У вас пожар, что ли? На самом деле, у нас убийство. Ну что же, если так, посмотрим на следующей неделе. На следующей неделе. Времени передумать совсем мало. Ну все же есть, так что не зли меня, Требушко. Что-то готовите? Да. Яблочный пирог. Ну, тогда я пошла. Если уйдете, я весь дом заставлю пирогами. И вы уже никуда не скроетесь от этого запаха. Звучит очень романтично. Месите тесто, а я буду яблоки нарезать. Запах яблок вызывает у вас дискомфорт, да? Ну да. Это называется ассоциативная память. Запах напоминает вам тот день, когда погиб ваш отец. Но вы должны осознать, что этот день остался в прошлом. Вам легко говорить. Для вас тот день, наверное, был обычным вторником. Где вы были тогда? Попивали коктейли на Мальте со своими богатыми пациентами, да? Вообще-то в Тоскане. И не коктейли, а вино. Но у меня тоже были неудачные дни. Например, когда мой брат попал под машину, мне пришлось уйти с медицинского и вернуться из Петербурга домой, чтобы ухаживать за ним. Я вам очень сочувствую. Не стоит.
все плохое растворится в воспоминаниях, как слезы в дожде. Вкусно. Хотите? Я не голодна. Но... дождь не смоет слезы, если прятаться от него под зонтом. Почувствуйте запах яблок здесь и сейчас, а свои тревоги оставьте в прошлом. Неплохо. Обычно моим пациентам требуется 3-4 сеанса, чтобы преодолеть свои триггеры. Я слышала, в Тоскане люди вообще не торопятся. Автор послания использовал обычные наклейки для слепых. Такие можно легко купить в интернете. Пальчики принадлежат парню Ивану Капустину. 2 года отмотал за хранение наркотиков и буквально месяц назад вышел по УДО. Кто надзиратель? Надзиратель Алиса Прокофьева. Ага, знаю ее. Я сама с ней свяжусь. Лопатин. Есть. После вас. Смотрю, трудишься в поте лица. Угу. К свадьбе кто будет готовиться? Ну, заявление мы уже подали. Остался ресторан и платье. Ты когда-нибудь была в сказке? Ну, в прошлом месяце мы с Пашей в горы ездили, там довольно сказочно. Я про ресторан сказка, но, в принципе, спасибо, что ткнула меня лицом в свое счастье. Я думала, ты фигурально выразилась. Короче, ресторан сказка — лучшее место в городе. Столик бронируется за несколько недель. Я там как раз бронь сгорает, я подумала, вдруг вам с Пашей будет интересно. А сама чего не идешь? Меня кавалер подинамил как-то одна. Не очень хочу идти. Считай, что я вам дарю на помолвку. Ага. Надь, слушай, я сегодня без колес. Можно у вашего отдела машину возьму? Мне нужно подозреваемого проверить. Забирай. Ясь, вы мне руку сломаете. Надеюсь. Может, хоть тогда вы перестанете меня мучить? Ну, вы же не можете вечно за кого-то держаться. Хорошо. Я хочу домой. Я серьезно. Уведите меня отсюда, пожалуйста. Нет, мне здесь нравится. Ладно, оставайтесь. А вы знаете, куда идти? Поле-то большое. Ясь, не туда! А может, и туда, я сам заблудился. Пожалуйста, хватит! Я хочу домой, я больше не могу! Константин! Костя! Вы не ушиблись? Иди ты нафиг, мозгоправ! Без тебя справлюсь! И домой доберусь сама! Пусть хоть весь день тут блуждать буду, не нужна мне твоя помощь! Вот! Правильно! Вам не нужно просить о помощи! Вы способны сами о себе позаботиться! Вам не нужен ни я, ни тесть, ни муж! Прости,
те. Про мужа я не подумал. Вы правы. Я справлюсь сама. А я думал, мы перешли на ты. Извините, это я на эмоциях. Нет, я не против. Если ты не против. Да не против я. Ну, давай уже до дома меня доведи. А то я уже проголодалась после твоей этой терапии. Смотри, кто пришел. О, почтальон Печкин. Матроскин. Здравствуйте. И снова здравствуйте, капитан. Мы можем пообщаться наедине? Я пойду кофе сварю. А? Яся, расскажите мне об Иване Капустине. Майор Светлова общалась с надзирателем Ивана по УДО. И сказала, что Иван был вашим женихом. Он сделал мне предложение, но я не успела согласиться. Его посадили, но вы, наверное, уже об этом знаете. Да, он утверждает, что это Василий подбросил ему наркотики, якобы хотел убрать его с дороги и жениться на вас. Да, мне Ваня тоже об этом писал. Но я не верю, Вася на такое не способен. Писал? Вы общались с ним, пока он был в тюрьме? Тайно общались. И, кстати, эта коза Ирина мне помогала. Читала мне его письма вслух и мои записывала в диктовку. А что он писал? Он писал, что хотел отомстить Василию? Он бы Васю не убил. Он вообще мирный. Ну, когда трезвый. Но предлагал мне с ним сбежать. Ну, я отказалась. У меня к нему остались только дружеские чувства. Я могу увидеть вашу переписку? Нет, я сожгла все письма. Боялась, что муж их найдет. Когда вы в последний раз с ним общались? Последнее письмо пришло незадолго до того, как он вышел. Вообще, он должен был получить гораздо больший срок, но его отец подсуетился на суде и заплатил кому надо. Пропущу это мимо ушей. На будущее не говорите полицейскому о подкупе судей. Отцу Ване уже все равно. Он умер год назад. Он серьезно влез в долги, чтобы купить вердикт. Работал, не покладая рук, чтобы расплатиться. Ну и сердце не выдержало. Итак, Иван потерял 2 года жизни, невесту, будущее и отца. И думаю, что это по вине Василия. Сильный мотив для мести. Мотив сильный. Но я все равно не верю. Ваня не способен на убийство. Мне бы вашу веру, Яся. Питер бросает мяч, Бата разбивает мяч. Здрасте. Иван Капустин здесь поживает? Мне его надзирательница по УДО сказала, что он здесь живет. Питчер получает бол, если мяч пролетает мимо страйк-зоны. Бегущий получает страйк, если пропускает мяч. Что, простите? Ну, мяч. Если пропускает, получает страйк. Термин такой в бейсболе. Наверное, ничего не знаю про бейсбол. Ну, никто не знает. У нас бейсбол почти никто не играет. А значит, что? Что? Значит, и конкуренции меньше. Я так смекнул. В футболе мне ловить нечего. Староват я уже. А я бейсбол – другое дело. Я очень рада за вас. Скажите, а вы вместе с Иваном Капустиным живете? Ну да. Я ему комнату сдаю. Он дом сейчас? Нет. Со вчерашнего вечера где-то шарится. А вы же не будете против, если я осмотрю его комнату? Только быстро. Мне тренироваться надо. А
А что, Ванька, натворил что? Это тайны следствия. И это к чему? Он вообще опасен? Не знаю, он ваш друг. Не, ну мало ли, вдруг у него башню сорвало. Я потому и спрашиваю, что вы ищете? Вдруг грохнул кого? Как я уже говорила, это тайны следствия. А мне что делать, если он объявится? В таком случае вам нужно звонить в полицию. А если он это, вооружен? Тогда сначала спрятаться, а потом звонить в полицию. Не, ну это понятно. А вот если у него волына, допустим? В таком случае вам нужно быть очень осторожным. Не провоцировать конфликт и не пытаться обезвредить. Сбитый против пистолета у вас шансов нет. Не буду отвлекать от тренировки. До свидания. Алло, Вень. Объявляй Ивана Капустина в розыск. Я даже соскучилась по этому запаху. Алло? Ваня? Хорошо. Встретимся в полночь. Давай. Собираешься на свидание? Нет, это был старый друг. Но не говоря о нем никому, у него могут быть проблемы, если полиция узнает, что мы общаемся. Почему? Долгая история. Просто поверь мне, Ваня хороший, он не имеет отношения к убийству моего мужа. Ладно. С кем ты общаешься, это не мое дело. Я никому ничего не скажу. А перед Игорем Геннадьевичем прикроешь? Ваня хочет встретиться сегодня вечером. Ладно, прикрою. Костя, если меня найдут мертвым в реке, просто скажи, что я сама сбежала. Ну и шуточки у тебя есть. Ладно. До полуночи еще далеко. Не хочешь сейчас прогуляться? Я поражаюсь тебе, Ясь. Ты столько всего пережила, но продолжаешь радоваться жизни. Большинство из моих клиентов впадает в депрессию из-за остывшего супа. Ну, большинство твоих пациентов богачи, а они люди капризные. Ну, ты тоже не бедная. Но моим состоянием распоряжается Игорь Геннадьевич. Ну, у нас вообще в доме самый главный. Он-то да. Наш фараон. Пискнуть без его разрешения нельзя. И даже Вася его во всем слушался. И тебя это устраивает? А фараону пофиг, устраивает меня это или нет. Фараон правит железной рукой. Даже гостей никаких не пригласишь домой. Я, кстати, из-за него всех подруг растеряла. Только Ирка одна осталась. Но подруга из нее такая себе, если честно. А Иван? А что Иван? Не знаю, несчастный он и глупый. А зачем он предложил встретиться сегодня? Сбежать мне с ним предлагал. Куда сбежать? Я думаю, он сам не знает. Да не волнуйся ты. Никуда я не убегу. Не хочу быть слепой мамашей при большом ребенке. Просто хочу с ним попрощаться лично. Ладно, дальше я сама. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Ты был здесь когда-нибудь? Да, однажды брал тут бандюгана, он с семьей ужинал. Ну, кстати, еду не успел попробовать. Надя советовала мидии брать. Надя? Ну, наша Надя, Памфилова. Да, я понял. Ну, обычно ты ее называешь Надюшка, Надежда Александровна, стерва из отдела наружки. Один раз, Паш, один раз я так ее назвала и очень об этом пожалела. Mm. Ну, вообще, в целом, она не такая плохая, как я думала. Mm. Оказывается, тебе легко купить один ужин, и все, уже неплохая, да? Mm. Нет, просто она поддержала меня в трудную минуту. Ладно, пригласишь ее на свадьбу? Нет. Почему? Я маму уже, кстати, пригласил. Здорово. Было бы неплохо, если бы ты познакомил нас до того, как сделал мне предложение. Да, она меня уже за это отчитала. Но ты ей понравишься, я уверен. Кстати, пригласишь кого-то из своих? Не, нет никого. Мама умерла 5 лет назад. Я помню, а отец? Ты о нем никогда ничего не говорил. И не буду. И ты тоже. Мы никогда не говорим о моем отце. Так он жив? Для меня нет. Говорят, у вас тут какие-то мидии совершенно необыкновенные. Слышишь? Если да, то подай голос, а то я тебя плохо вижу. Вань, нехорошо так шутить со слепой девушкой. Вань, чего ты молчишь? Наталья Баранова и Рутенда Гнебезова. Гнебезова. Это нормальная эта фамилия? Вызывайте скорую, срочно! В кабинете путешественника разберутся. Там изучают болезни экзотические. Закрытая секретная исследовательская лаборатория. Возглавляет ее некто Роман Куницын. Я ваш лечащий доктор Куницын Ирина Владимировна. Два светилы вирусологии в НСИ. Этот кабинет должен был возглавить я. Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Что бы со мной ни случилось, доведи мое дело до конца. Вы понимаете, чем рискуете?